Суд Ненецкого округа отклонил апелляцию Ольги Каневой, бывшего руководителя сельхозпроизводственного кооператива «Рассвет Севера». Осужденная Нарьянмарским городским судом сразу по нескольким преступлениям сроком на 4 года в исправительной колонии просила суд высшей инстанции изменить приговор, назначив наказание, не связанное с лишением свободы. Заседание судебной коллегии по уголовным делам состоялось в окружном суде. Процесс возглавил председатель окружного суда Евгений Мартынов. Согласно материалам уголовного дела, рассмотренного в апреле текущего года на Нарьянмарском городском суде, Ольга Канева в 2017 году, занимая должность председателя СПК «Рассвет Севера», место дислокации хозяйства поселок Харута, подделала протокол общего собрания членов кооператива, наделив себя правом единолично распоряжаться основными средствами предприятия. После этого злоумышленница заключила фиктивные гражданско-правовые сделки, с помощью чего было отчуждено в пользу номинальной организации ее сообщника поголовье стада оленей, принадлежащего хозяйству. Это более 8 тысяч голов, стоимостью свыше 33 миллионов рублей. Этой преступной организации также было передано и право аренды земельного участка для выпаса оленей. Кроме того, в январе 2018 года Канева представила в Департамент природных ресурсов экологии АПК Ненецкого округа заведомо ложные сведения о поголовье оленей в хозяйстве и росте его численности в 2017 году, тем самым избежав необходимости возврата ранее выданной субсидии в сумме более 3 миллионов рублей. В апреле текущего года Нарьянмарский городской суд вынес приговор в отношении экс-руководителя СПК «Рассвет Севера», по которому она была признана виновной в совершении 4 преступлений – растрата, неправомерные действия при банкротстве, подделка официальных документов и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Судом ей было назначено 4 года колонии общего режима и штраф в размере 550 тысяч рублей. Согласно апелляционному определению, вынесенному судебной коллегией в августе, приговор Нарьянмарского городского суда в отношении Ольги Каневой оставлен без изменений, а апелляционные жалобы осуждены и ее защитника без удовлетворения. Теперь Канева может обжаловать апелляционное определение в кассационной инстанции.